Ребенка из многодетной или приемной семьи обязаны принять в общеобразовательную школу, если в ней уже учится его брат или сестра. Такую поправку в закон об образовании предложили депутаты Заксобрания Еврейской автономной области. Проект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают сегодня «Известия». В Нижнюю палату не раз обращались многодетные родители, которые не могут отдать всех своих детей в одну школу. Если семья переехала в новый район, то младших отказываются брать в общеобразовательное учреждение, где продолжают учиться старшие. Мешает так называемый территориальный принцип. Авторы законопроекта считают, что дробить семьи нельзя.